Właśnie, tylko mocno. Zaraz, maniowar. Dawaj. Zarubę. Перегазовочка. Бонус для вас. 6500 пробег, ёпсик, это новый мотоцикл. Я говорю, не гоняй на моей джике, да? Да, ты на моей тоже. Не, я на твоей могу гонять. Всем приветос, ребятки. Стою вот на бензоколонке, статик, отличный бенз, вкусный кофе, жду дрифтера. Ой, ёпта, что это за секс едет тут? Это он, что ли? Нихерамба, это Honda, Fireblade, ребята, литруха, ёптик. Кроссовелло какой. Ой, а выхлоп, сказка просто. Вообще огонь. Здорово. Здорово. Поздравляю с покупкой. Охренеть. Ты счастлив? Спасибо шоколадке. Спасибо шоколадке, он говорит. Ну, за сколько взял, секрет, да? Пусть будет секретом, наверное, за сколько ты взял выгодно. Его. Выгодно. Он взял выгодно этот мацак. Первые впечатления твои. Первые. Как танк. Как танк? Как танк. Ну, литр в городе, и вообще литр. Ну, я сегодня вообще первый день езжу. Могу сказать, не знаю, нахрен, литр в городе не нужен. А зачем ты взял литр тогда? Чувство хорошее такое. Между яйцами литр, да? Да. А можно я попробую свои яйца поставить? Пацаны, вообще, ребята, классно. В натуре класс, но... Заебись. Четко. Ну, я уже ездил на таком литре, правда, постарее немножко. Ну, вот этот литр мне нравится, чем нравится? Тем, что он компактный и маленький. На 17 килограмм тяжелее моя Yamaha. На 17 килограмм тяжелее всего лишь. Офигенская посадка, удобная. Единственное, скользят колени, не? Да. Я вот после привык к этим. Очень не хватает. А ты его натер чем-то? Так гладенько. Я приехал домой, он мог. А сколько пробег? 6500 пробег. Ёпсик, это новый мотоцикл. Будешь на трек, да, на нем навалилось? Надо будет съездить, да. А выхлоп как назывался? TaylorMade. TaylorMade. Оригинальный выхлоп. Ну, просто бомба. Пипец просто. Напоминает мне, один сказал, напоминает Audi Quattro. Audi Quattro? Глушителя такой. Ну, смотрите, резина практически новая. Тормозные диски новые. Но я первый раз в жизни вижу такой свежий мотик. Йошимура держатель. Йошимура, ну, там, держатель номера. Номер маленький. Денег не жалел на него. Да, человек денег не жалел на мотоцикл. Сразу видно. И там масла какие-то крутые. Ой, как все чистенько. Мы любим с дрифтером, когда все чистенько, да? Да, тут не было чуть-чуть. Не было чуть-чистить, он сказал. Он обломался. Он обломался, ему не было чуть-чистить, прикиньте. А здесь нет, как у джики, типа новые три режима езды? Нет. Нету? Воздухозаборнички такие. Тоже почти новые, можно сказать, ёпсик. Везде все четенько. Короче, я очкую, а ты очкуешь? Я знаю, что такое литр. Он мне сказал, чтобы я спокойно ехал. А нам тут и ехать негде, ёпсик. Дороги говно. Да не, нормальные дороги у нас. Сейчас заведу. У меня тут секрет, понимаешь? Все джики заводят с секретом. Там не гоняй, да? Я говорю, не гоняй на моей джике, да? Да, ты на моей тоже. Не, я на твоей могу гонять. Ой, дали мне на литре прокатиться.
Ни хрена, ба! Знаете, он очень ровно работает по сравнению с литром моего кореша, на котором я катался. Вообще бомбически. Опа, оп, мягко. Я сразу скажу, что вот колени скользят просто. Ты чё пипикаешь, а? Это не я пипикал. Как он подрывает. Охереть просто, ребята, ну. Погоняемся, бро. Давай, зарубай. Не хочешь? Ну, Юрий, пацан, к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Знаете, я как будто еду на таком стабильном мотоцикле. Он реально стабилен очень. Но чувствуется, что немного побольше. Посадка довольно комфортная. Я не скажу, что хуже, чем на джике. Здесь показывает время, это очень круто. Что тут еще есть? 95-й бензин. Это пока мы в пробке стоим, ёпск. Ты меня не переедь, чувак. Знаете, я даже не знаю, что сказать. Управляется отлично. Подрывает и с низов, и на средних оборотах. Правда, я тут и не ехал нигде. Но у меня был литр до этого. 954-я Honda. Это, конечно, круто. Как она едет. Тормоза тоже супер просто. Очень, очень удобно рулится. Просто шикардос. Гребаная пробка. Куда же мы заехали? Твою дивизию. Блин, жопа. Мотоцикле вообще по огороду все. Знаете, он такой собранный. Все-таки 6500 пробега чувствуется, что моцик свежий очень. Кто там распределяет? Опять субарик, ептик. Одни субарики у нас все. Я думаю, что такая пробка? Сейчас же 5 часов вечера. Маршрут мы выбрали просто от сосны. Сейчас опущу его, смотрите. Опустим его, давайте. Так, главное не просрать старт. Нюхай болтик. О, ёпта! Он просто с газа поднимает. Нифига, мба. Я даже не почувствовал. Очуметь, вот это, да, я помню, что я с литра поднимал. Но я поднимал так, что я отпускал газ и давал. А здесь просто даешь газ, он поднимает. Прикиньте. О, какая панель, просто секс. Чего мне не хватает здесь, это датчика топлива. И вот как дрифтер говорит, что ему не хватает датчика скорости, ну типа на какой передаче ты едешь в этот момент. Это реально крутые фишки, к сожалению, здесь этого нету. Время мы выбрали для драйва отсосное просто. Но зато на литре по пробкам. Еще дрифтер сказал, что он все-таки литр не брал, просто подвернулась хорошая возможность, поэтому он взял литр. Но здесь дури просто немерено, если я не ошибаюсь, здесь 180 лошадей.
Охеренно просто. Он просто с любых оборотов ездит, понимаете? Скорости как переключаются. Тормоза отличные. Сейчас я сосредоточен, чтобы какой-нибудь чувак не придумал сделать маневр. Выхлоп он такой не тихий, я вам скажу, но приятный. Опа, видели? Вообще изи поднимает с газа. Здесь, конечно, много тачек и нет свободной дороги. Да и на чужом моцике, я говорю, лучше не гонять так сильно. Все, беру литр. Бомбический мод. Смотрите, я первее его приехал. Эй, где ты, чувак? Едь сюда. Вот что значит литр, да? Всегда первый. Да не, это не значит это. Короче, он едет пипец как. Я опять там чуть-чуть поднялся, второй, или я не знаю, на какой скорости он был. Просто, я говорю, там так аккуратно надо. Он едет со всех передач, мне такое ощущение. Не, бомба. Не, пацаны, нахер, мне литр не надо. У меня было 2 литра, я не хочу больше. Да, я тоже понял, что литр по большому не нужен, но это чувство, когда он... Да, чувство. Резерв, если ты хочешь, просто бомбишь. Ну вот ты сейчас ехал, а что было? Тут спокойно накручивать, все, едешь, ну, в расслабоне. Ты можешь больше контролировать, как бы. Да, потому что там просто ты крутишь и все. Блин, на литре все-таки. На литре. Ребят, пишите в комментариях, что вы думаете надо о литре. Надо научиться просто ездить с ним. Не, на 600-ке можно просто наваливать, откручивать. Mm-hmm. Тут надо думать, тут перекрутишь, там жопа. Жопа, все, Новый год. Потому что он разгоняется так быстро, а тебе еще остановиться надо. Бывает, что теряешь это реально со скоростью, типа, ну, ускорение, ощущение. Быстро, что ты тормозить, когда понимаешь, что поздно. Уже поздно тормозить. Да. И приходится тогда уходить куда-то. Блин, мы время выбрали вообще говняцкое какое-то. Газовочка, бонус для вас. Пару фишек не показал. Здесь демпфер находится уже с завода. Где он, этот демпфер гребаный? А, вот он, видите? Вот демпфер. И еще фишка прикольная. Второй номер может вот здесь держаться руками. Вот так вот получается. Ну а мы приехали на дамбу, очень красивое место. Пишите свои пожелания дрифтеру в комментариях. Я думаю, что нужно аккуратно катать. И все, ветер пипец, сука, бомбический. Ладно, ребят, давайте, покидос, спасибо за просмотр.